Все! Всем привет! Наконец-то выехал на рыбалку. Месяц не ездил. Извиняюсь, что так долго видео не выкладывал. Приехали на Бузан. Сегодня конец уже марта. Вода потихоньку прибывать начинает. Так что скоро-скоро будет паводок. Приехали на спиннинг половить, ну, поджиговать. Посмотрим, будет ли судак здесь. Вообще, я как бы ориентируюсь поймать хотя бы одну щуку. А то в этом году я пока щукой пролетаю. Посмотрим, что будет. Всем приятного просмотра. Я сейчас сразу 36 грамм повешу. Тут, похоже, течение сильное. А здесь зацепов нету, да? Мы в прошлый раз ловили. В прошлый раз ловили, зацепов не было, да, тут? Да я что-то вообще пока не чувствую.
А, во. 36 тяжелый. Тяжелый 36. Меньше надо. Да, 30-ку надо вешать. Чё, катушек-то тащить? Чё там у нас? Пока не видно. Добровольно идет. Сбился. Понял, сопротивление бесполезно. Я еще не вижу, солнце светит. Забагрили, может, кого? Хотя там силикон, да? Там же не мандалы. Пока не видно. Не видно. Еще тащить. Не видно. Да не, еще, Виталий Иванович, поднимайте. Да, вот так, вот так. О, это ж долгое дело. Что там? Ух, красавчик, вот это красавчик. Нифига себе. Смотри, полностью заголот. Красавчик. Да, килограмм на 3, наверное, да? Нет, как нет, смотри какой. Блин, а я весы с собой не взял. А у меня есть. Вот это Судакевич. А у меня эти есть. А, или у вас есть? Щипцы. Фу, как хорошо взял, да, прям за глот конкретно. Да на это вообще читерская, этот силикон на нее постоянно ловится. А. Там, наверное, обнулить сначала надо включить. Ну-ка. Да, вот это Судакевич хороший. Старый. Что там? Руки дрожат. Ну что? Сколько? А, 2,58, 2,5. Ну вот. А выглядит. Выглядит килограмм на 3. Все равно. Так, давай мешочек. Так. Не надо. Вот, красавелла. Сколько грамм повесили? 30? А, наверное. Я там не видать свои. Ну-ка. И она уже вся стерлась. Даже меньше, это, мне кажется, 28, наверное. 28-30, где-то так. А, маленький.
Малявка опять за глот. Хай, жор у него. Под лодкой, да? Я по команду покидаю. Что мы не браконьеры? Вон еще лодка какая-то едет. Что там по программе этот? Одна рыбка была, да? Вот сейчас одну, потом в 12 часов 3 поймаем. И в 3 часа 3, да? С турбазы какой-то. Чаться. А? Щука? Ну да, со второго броска схватила. Точнее, потек, я ее первый раз не пробил. Какой там? Первый раз ему просто в рот не залезла. Нет, судачок. Малявка. Может быть. Первый раз я не пробил его. Да, малявка. Совсем уж. Ну хоть это, хоть ударчики есть. Есть. Опять под лодкой, да, Джи, да? В одном месте. Ох ты, у меня что-то ударило. Проворонил. Эх, ты ушел. Сошел? Маленький, наверное, там. Я сопротивлялся. И опять под лодкой, надо же. Здесь что, сачок готов. Пока не видно. Ну куда вы, Виталий Иванович, ну куда вы? Оп, есть. Нормальный, где-то на килограммчик. Что заметили? Это, резко дергает. А, я резко дергаю. Я сейчас как дергаю. Раньше просто крутил катушку. А сейчас типа подсекаю, потому что ну, не чувствуешь когда. А он раз, потек.
Ну вот, перья какие-то порванные. Дрался, наверное. Надо еще попробовать другую мандалу, зеленого цвета. А что, здесь рыбы нет? А? Рыбы. Что рыбы? Силикон. Есть. Плачу. Не, хочу мандалу. Я еще не все вот эти, которые делал, не все распробовал. У меня получается, вот на эту постоянно ловилось. Я как бы другие особо и не вешал. Ах ты, есть. Подсёк я его. Ж аккуратно так схватил. Что-то около килограмма. Ага, так и есть. Так, что там у нас? Вообще даже килограмма нет, наверное. Ну, в норму входит точно. Есть. Ты смотри, два раза ударил, и со второго раза я его потек. Каждый заброс, да, уже удары? 15. Ты везде. Чё? Клёв. А, клёв сегодня, весь да. День? 18, чуть-чуть. Посмотрим. Но это уже чуть побольше идет. Не намного, но побольше. Вот, это уже другое дело. Есть? Чуть не. Тяжело идет? Добро, ну здорово, побольше. Она как сказать, сопротивляется. Котелка, тащим.
Что там по кругу крутится, не забагрен или? Да, он, да, забагренный. Да? Подлещик, что ли, там какая-то рыбешка. Офигеть. А, чихонь. Вот он здесь и жрет. Чихонь, он любит чихонь есть, судак. Вытащим. Ну вот, говорит, затишка. Что-то там. А это опять забагренный. Да? Да. Кого-то там забагрили. Чихонь опять. Большая только, да? Не видно. Да, чихонь, хороший чихонь. Что, все достаю? Мелко говорить. Щука попался, наверное. Мелко, значит, щука. Куда встать? Ух, жерех. Да, сошел. Да, килограмм на два, наверное. Италия. Короче, расклад такой. Утром вот успели поймать, и все, и потом клев, ну, ветер раздулся немножко, и клев пропал. Уже 5 мест поменяли, так и ударов почти нету. Сейчас поедем в другое место опять, уже за мост. Посмотрим, что там будет. Если не будет даже ударов, то, наверное, будем собираться домой. А тут что-нибудь ловили? Что-то здесь не это, не сильно мелко. Даже течения нет. Почти. Тут и там вот так крутит. Много не скидывай. Все хватит. Он держать не будет? Будет. Ну ладно, будет. Вот так тогда. Хозяин, барин. Смотрим, что тут. И что? К берегу. Посмотрим сейчас. Местные сетки понаставили, наверное. Сейчас у местных сетки будем цеплять. Может, сом?
Тянется? Наверное. А я и говорю, сетку местных сейчас будем таскать. Тащится? Перчатки, может, Виталий Иванович оденете? Сейчас все руки порежете. Ладно, я свою вытаскиваю. Надо тогда с якоря сняться, подождите. Подождите, не тяните. Сейчас с якоря снимемся. Может, сетку сейчас поднимем? А? Тянется, ну да. Подождите, с якоря снимемся. Да? Да. Ну давай. Сейчас снимемся. Вы только слаб давайте. И это, он просто сейчас подтянется, легче ее будет вытащить. Если это сетка. Все. Можно даже веслами. Чуть-чуть. Подработать. Поближе. Ой. Где она? Тащится? Поднимается, да? Ну, значит, сетка стопудовая. Если тащится. Снасть какая-нибудь очередная. Якорь кидать не будем. Главное, чтобы плетенка выдержала. Спинник затягивай их. Сейчас. Опа. А? Рукавички не было. Так, спинник натянул. Рукавичка, тряпка. Так, тряпка. Не вижу. Нету. Тряпка есть. А, вот. Сетка. Цепляйте. Руками ее. Я тоже видел ее. Достаньте руками. Есть. Ты крупная какая, на ситра, блин. Нифига себе, ячья, наверное, 150-ка. Ну что там, в капрон, что ли, прям попало? Все. Я и говорю, местных сейчас будем цеплять сетки. Вот она, попалась. Закручивай.
Все, собрались домой. Время 2 часа дня. Получается, что вот с утра мы приехали, до 10 часов поклевки были, судак ловился. После как отрезало, ветерок еще небольшой задул. Ловить стало плохо. Катались, в принципе, ну, от той точки, где судак ловился, недалеко, в принципе, ну, в одном экваторе, вот, но безрезультатно. Попадался мелкий судачок, но его весь обратно в стихию отпускали. Сейчас еще попробовали возле села, ну, сами видели, сетку вытащили местных. Стоит под крупную рыбу, наверное, под краснуху, не знаю, либо под сазанов крупных. Вот, это уже как бы не мое дело. Каждый промышляет как может. Надеюсь, видео было полезным и интересным. Всем до новых встреч. Всем удачи. Пока.